Итак, дорогие друзья, в курсе 10 мы с вами работали с формами. То есть, по сути дела, создали файл forms, да, и написали две формы. Объяснили это все. То есть, создали форму для создания контента, которую потом будем использовать в представлениях, и забежали немножко вперед сразу для удаления. Мы посчитали нужным создать для формы заголовок title, загрузку картинки и саму запись. То есть вот такую форму, чтобы потом использовать в представлении. Ребят, ну, продвигаемся очень маленькими шагами. Я ставлю какую цель? Чтобы, в принципе, не в принципе, а чтобы понял абсолютно каждый человек. По ходу, ребят, я рассказал, что обязательно используйте уроки СПБ. Вы, кто не знает, говорю, что СПБ – это подробный разбор Django. То есть, по сути дела, я исхожу из того, что все эти уроки вы прошли. Я объясняю только самое основное, потому что если вы видите в уроках, что же где-то что-то недопонимаете, упускаете, значит, идете в школу и потихонечку работаете здесь. Я вообще исхожу из чего? Что человек проходит все уроки на СПБ, тогда вопросов вообще не возникает. То есть, действительно, СПБ – это сайт, где мы подробно разбираем Python, подробно разбираем Django, копаемся и так далее, и так далее. Но я думаю, даже из этих занятий я стараюсь рассказывать, как обычно, очень подробно. Как, еще раз повторяю, движемся мини-шагами, то есть уроки, как правило, я обычно пишу по 10 минут, здесь даже могут быть и 5, и 6 минут всего уроки. То есть каждый шаг мы прописываем, чтобы каждый шаг был осознан и сделан именно на уровне понимания. Ну что ж, после этого курса можно приступать к созданию представлений. Это уже более интересно будет рождаться наш модуль социальной сети. Ну а кто начал с этого видео, поясню. Мы с вами будем делать модуль социальной сети, который будет включать участников и добавление записи. Записи фолловинг, нравится, не нравится. Грубо говоря, любой участник сможет подписаться и увидеть это в ленте. Я выбрал не зря это приложение, так как потом вы можете менять сам контент. Грубо говоря, когда вы будете понимать смысл, то вы просто меняете контент, и, по сути дела, делиться можно модулей, наделать там и 10, и 15, и вот вам готовая социальная сеть. Ну, в принципе, все. Кто начал с этого видео, ссылки в описании видео. Начало обучения на spb-tut.ru. Тут мы изучаем Python и Django с первых шагов. Спасибо за доверие, успехов!